Здравствуйте, друзья! В выходные мы даем возможность разгуляться нашим кулинарным способностям. А вот каждый день, не знаю, как вы, я не всегда успеваю готовить, потому что погружена все время в свою любимую работу. Но хочется что-нибудь такого вкусненького приготовить, и причем быстро. Сегодня вам расскажу, как, кстати, очень быстро приготовить вкусный, полезный и интересный десерт. Стакан. Печенье, которое найдется в любом доме, банан и ряженка. Все, что мне потребуется. Первое, что мы делаем, берем буквально 2-3 печенечки, вот так, и кладу в пакет. У меня пакет с замочком. Можно в блендере, но я очень быстро это делаю молотком. Печенье мягкое, только не вот этой стороной, а плоской. Можно скалкой, бутылкой, чем угодно. Наша задача превратить печенье в крошку. Получилась крошка. Это уже часть составная часть нашего десерта. Так, первое, что делаю, насыпаю нижний слой из вот этой крошечки, печенечной крошечки. Так, насыпала, разравниваю. Разровняла. Теперь беру ряженку, ароматную, вкусную, полезную. Залила чуть-чуть ряженкой. Теперь пришло время банана. Вот такой у нас банан. Вот на такой стаканчик как раз уходит один банан. Режем банан. Не совсем тоненько, не совсем толстенько. И распределяем по кругу. Так, бананчик уложили. Опять немножко ряженки. Дальше наша крошечка. Конечно, можно сделать в какой-то большой емкости, но удобнее делать это порционно. Так, разровняли ложечкой. Если вы любите, чтобы крошечек не было совсем, вот такие они были прям, ну, практически невесомые, нежные, то посильнее молоточком постучите, чтобы даже не попадалось никаких крупинок. Опять ряженку. Кстати, получается не очень сладко и очень прилично. Десерт, наш десерт, бананово-печенечный, бананово-печеньковый, десерт из печенья и банана. Так, еще немножко, опять ряженки. Чудесно. И печеньку. Так. Ряженку. И опять бананчик. У меня такие подозрения, что, наверное, весь банан не уместится. Ничего страшного, все доедим. Так, чуть-чуть утрамбуем. Чуть-чуть совсем полью. Видите, у меня даже ряженка не умещается. И, конечно, сверху сыпем опять печенье, чтобы получилось все красиво. Здесь уже, наверное, больше это будет украшение. Ну, смотрите, какая получилась красота, какая получилась вкуснота. Засекали, сколько потребовалось минут? 5 минут. Я уверена, что такой десерт придется по вкусу и вам, и всем членам вашей семьи, и вы будете очень довольны. Бегом за печеньками, бананом, ряженкой и делаем такие замечательные десерты для всей семьи. Приятного вам аппетита!